Всем здорово! Это видео будет сейчас краткое по фарму, который ничего от вас не требует, дает вам кучу-кучу денег. Сразу шоу-кейс того, сколько приносит, что мы выбиваем. Мы выбиваем проходки на Айтерну, маленькие и большие, выбиваем куски на Dark Surge, мы выбиваем проходки на Вотчеров. И сюда еще я добавлю беконы Т8. Их не было в изначальном варианте, который я фармил, но мне человек под ником Лирик подсказал. И это добавит к вот этой сумме, которой за час нафармлено, еще примерно, я так посмотрел, каждую мапу падает в среднем где-то 2 бекона, ну, которые сейчас по 7 фе. Это где-то на 100 мап. То есть, ну, можете посчитать, что еще около 1000 фе. Минус фе. По сути, это у нас будет 2500 фе за час. Ну, грубые цифры, но выглядит вот так. Что мы делаем вообще? У нас дерево вот так выглядит. Мы берем Dark Surge. На 100% шанс спавна Dark Surge, на спавн боссов. И, ну, эта нода никогда не прокнет, но тем не менее. Еще мы берем Айтерну полную, чтобы нам падали огоньки маленькие и большие и исполнялись дополнительные мобы. И вот здесь важные ноды на дупликейт проходок на Вотчера, на дупликейт маяков. Это просто потому, что девать некуда. И важное вот здесь кванта. И что дополнительная проходка у нас падает на босса. Что мы делаем? В Thunder West, Grove of Calamity или в Glacial of Ebus можно фармить Damien Village, либо, в принципе, любую другую карту, но я фармлю эти, потому что качаюсь. Вы не ролите никакую кванту, ничего не делаете, просто заходите на мапу, не обращайте внимания на никакие ликмехи, чистите мапу. Вот с нее падают маяки, как вы видите. То есть иногда происходит и такое. Пролетайте просто мапу, не обращая там на отставших мобов внимания. Собираете все маяки. Вот как вы видите, сейчас за мапу выпало 5 маяков. Вот вам выпал еще эдикт по цене. Все, тыкайте один раз на Dark Souls, чтобы заспавнился или не заспавнился босс, и выходите. Это у вас занимает 20-30 секунд. Все. Собственно, от вас больше ничего не требуется. Это проходка, которая легко продается. Вам не надо переживать то, что вам будет долго лежать. Вот, собственно, если как доказательство того, что я бегал, можно либо промотать на стриме, либо вот просто посмотреть здесь, вот эти кусочки. Вот проходка на Вотчера и вот куски на Кигана. Ну, про исчайки можете посмотреть сами. То есть тут 90, 60, 100, тут 2 фе, ну и тут чуть меньше. Вот. Всем спасибо за внимание. Все свободны. Пока.